Подключение по плану. В Самаре тепло дали уже почти в 3000 жилых домов и 417 социальных объектах. Это школы, детские сады, больницы и поликлиники. Спустя неделю в городе заработает горячая линия, по телефону которой жители смогут сообщить о неполадках и с проблемами отопления. Тем временем, те, кто не попал в число счастливчиков теплыми батареями, скупают обогреватели в специализированных магазинах «Ажиотаж». А электропроводка не выдерживает такую нагрузку из-за массового использования калориферов. Перебои с электричеством периодически происходят по всему городу.